Я сейчас нахожусь на территории спортивного клуба. За моей спиной вы видите огромную кучу отстрелянных патронов. Я тоже сюда приехал пострелять. Сейчас послушаю технику безопасности, возьму ружье в руки и вперед. Смотрите, не переключайте. Пострелять по мишеням в Алматы можно на стрелковых площадках. Их в городе три. Главное требование к стрелкам — не быть в состоянии алкогольного опьянения. Стоит такое удовольствие 150 тенге за один выстрел, при условии, что у вас нет своего ружья. Иван Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что нужно знать человеку, который решил заняться стендовой стрельбой? Ну, в первую очередь, здесь на стрелковом стенде мы обучаем технике безопасности. Вот. Это самое первое по правилам. В общем, на охоте не навредить кому-нибудь, либо из людей. По правилам техники безопасности оружие никогда не наводят на людей, даже если оно не заряжено. Переносят в открытом состоянии на плече, держа за дуло. Стрелять по мишеням необходимо только с определенных точек. Теорию прослушал, технику безопасности тоже. Теперь перейдем к практике. Для этого нужно одеть стрелковую жилетку, наушники, чтобы обезопасить слух от выстрелов, патроны. Их можно положить сюда, в кармашек. Ну и, конечно же, ружье. Все на точку. Во время стрельбы важно быть расслабленным. Колени должны быть полусогнуты, так легче поворачиваться корпусом в выбранном направлении. Перед выстрелом необходимо дать команду, что вы готовы. Заставьте отчетливо видеть, куда стреляете. Щекой должны прижаться, планку тут не видеть. Ага. Планку не вижу. Готов. Бита. Вы разбили, да? Есть. Это самый легкий номер. Сейчас переходим с одной площадки на другую. На этой площадке тарелочка летела вертикально, и дальность ее была 68 метров. Сейчас переходим на другую, где тарелочка будет лететь горизонтально, то есть так. И дальность будет сколько? 48. 40 метров. На этих площадках тренироваться могут как охотники, так и спортсмены. Но нередко сюда приезжают и просто любители, чтобы пострелять в свое удовольствие. Все. Так, мушка провел, выстрелил. Смотрим туда, мушка под рукой привязаться, посмотрели на мушку, 40. Выстрелил. Угу. Все, готов. Вот он, есть. Крайний патрон и удачный. Что сказать, друзья? Интересно, здорово. Советую приезжать сюда отдыхать всей семьей. Есть небольшие возрастные ограничения, конечно, по стрельбе. То есть, если вашему ребенку исполнилось 14 лет, смело. Ну и, конечно, техника безопасности превыше всего. Меня зовут Андрей Сложев. Всем пока.